Всем привет! Давайте разберем вот этот фон рабочий. Очень неприятно работать, когда вот такой перепад. Хочется его сделать однотонным. Задался этим вопросом, лазил, много информации попересмотрел, нигде такого не нашел. Начал нажимать кнопки. Вот альфа, колор зашел, жал. Что у меня тут получилось, это в принципе вот такое только что. Меня это не устроило. Когда я загружаю, допустим, модель. Вот я выбрал модель, загружаю ее. Начинаю вытягивать. Вот такое у меня что-то получается. Как пропадает модель. Мне это не интересно. Работать, сами понимаете, невозможно с таким заливом. Ну и пошел я дальше. Жал кнопки. Дошел до клавиши. Сейчас я вот покажу вам. Так, вот лифт. Давайте сначала все это дело уберем. Дошел до клавиши лифт. И тут вот надпись background в Sculptress, она тоже есть. Думаю, ну, наверное, она. Захожу. Нажимаю текстуры. Нажимаю импорт. Нахожу свои текстуры, которыми я работаю. Загружаю. Вот она появляется. Печально, конечно, да? Я сразу расстроился, думаю, он не подходит. Ну, давайте вот этими полосками теперь поиграем. Вот так все у нас получается. Нажмем кнопку Lift Curves. Вот такое что-то у нас выходит. Белый фон меня тоже не устраивает. Нажал опять импорт. И стал пробовать другие текстуры. Вот текстурка у меня подошла. Вот теперь ее можно сделать темнее, светлее. Один бок затемнить, другой бок затемнить. Вот так вот играться можно здесь полосками, можно темный сделать, можно до белого довести. И вот я экспериментировал вот так вот методом тыка. Давайте посмотрим еще какие-нибудь текстуры. Подойдут, не подойдут. Вот, допустим, еще вот у меня одна скульптриса. Вот так она приятнее глазу. Вот так можно подкорректировать. Посмотрим, что такое samples. Lift Caps нажмем. Вот так еще получается оттенок. Зум включаем. Ну, в принципе, уже приятнее работать. Уже как-то веселее. Можно подобрать. Я не стал еще подбирать. Подберу потом еще какую-нибудь текстурку. И можно работать. Уже глаз не режет. Вот такая фишка у меня получилась. Нашел. Вам показываю.
чтобы вы не лопатили много видео. Все, пользуйтесь. Всем пока.